какие-нибудь неудобства доставляет красная зона, которая опять находится в нашей области? Конечно, доставляет. У меня дача находится, строитель. Мы в воскресенье не могли проехать, нету автобусов. Автобусы не ездили, да? Да. Это все? Почему все? Магазины не работают. Я не считаю, что нужна эта красная зона. Какие неудобства вам доставляет красная зона, в которую опять... Да никаких пока. Что, масочный режим соблюдать и все. А то, что рынки сейчас не работают по выходным снова, автобусы не ездят. Ну, почему? Ездили же вот в выходной. Все равно город как идет на уступки людям. Рынки тоже работают, почему не работают? Так, гипермаркет соблюдать надо, масочный режим. Сейчас все расслабились. Поначалу-то все соблюдали, а сейчас что? Все, расслабились, понеслась, бегают так. Маски одевайте и все, прививайтесь. Призываю носить маски и соблюдать режим. А то, что не работают, там магазины по выходным снова закрывают, автобусы не ездят, это как? Ну, совсем они не ездят. Я это видела, потому что мы проезжали на дачу, вот, и ездили некоторые маршруты. Поэтому, мне кажется, воздержаться можно. И не надо, как говорится, во всем видеть плохое. Ой, тяжело. Ну да, вот этот автобус всегда проблем. Часто ограничений очень много. Час ждешь. Вот 29 вообще не найдешь его. Каждый раз на такси и все. 29 никак не найдешь. Ну, первый хороший идет. Остальные автобусы тоже редко. В воскресенье, да, вот я сам на работу езжу, я не могу нормально уехать. Мне приходится 40, там час минут ждать. Понимаете? Если проблема, то только в автобусах. А в остальном, я думаю, сами магазины, торговые центры – это проблема для их арендодателей, скорее всего. А так, лично для меня нет никаких проблем.